Про політичні маневри білоруського диктатора ми далі поговоримо із Тетяною Мартиновою. Це політична блогерка з Білорусі. Пані Тетяно, вітаю вас у нашому ефірі. Вітаю. Отже, щойно ми бачили у сюжеті, що Росія планує розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі. Як думаєте, чого це може коштувати Білорусі і, власне, що за це може отримати сам Лукашенко? Ну, смотрите, политика Беларуси сегодня вообще, в принципе, поведение Лукашенко можно обозначить как три ха. Хатынь, хоккей и кто-нибудь еще, скажите, что я президент. Значит, по поводу тактической ядерки, о которой было говорено в предыдущем сюжете, это вариант хатынь. Вот. По-другому я это назвать не могу, потому что мы же понимаем, что кнопка будет в Москве. Да, никто Лукашенко кнопку не доверит. И, соответственно, любое такого рода оружие, оно может работать как на взлет, так и на посадку. В том смысле, что, конечно же, Путину очень важна Беларусь как последний сателлит, который от него никуда не денется. И в данном случае его поведение будет, ну, если вдруг что-то произойдет, как обычно, не по плану, а у него все идет не по плану, то в идеале эту страну надо просто уничтожить. Любыми способами, своими руками, чужими, там, неважно. Это вообще сейчас не имеет значения. Но в очередной раз доказав, что только с Россией у славянской группы, скажем так, да, есть вариант будущего, а без России нет. Поэтому вариант «не доставайся же ты никому». Лукашенко, конечно, в данном случае уничтожает не только Беларусь и белорусов, но я считаю, что занимается самоуничтожением в том числе. Но у него вариантов как бы нет, понимаете? Трохи про санкції ще хотілося спитати. От США запровадили зараз нові санкції проти Білорусі. Під обмеження зараз потрапили член ЦВК, літак Лукашенка навіть. Як реагують на ці обмеження і Лукашенко, і його оточення? Да никак не реагируют, им плевать в принципе, потому что они уже давно не въездные, не влетные, как это еще можно сказать, ни в одну приличную страну. Поэтому он и катается. Вот Зимбабве, Иран. Ну, ладно, хорошо, есть еще приличные страны. Ну как приличные? Страны с такими же, в принципе, режимами, либо похожие на режим Лукашенко. В данном случае я имею в виду Китай. То есть, да, он от того, что будет плюс санкции, на нем это вообще никак не отразится. Я понимаю, что там еще каких-то 14, да, по-моему, человек попали под санкции. Я не видела списка. Для того, чтобы это обсуждать, если бы я увидала список, вот, например, при жизни Макея, если бы там был Макей, то это была бы проблема, потому что у Макея были неплохие связи на Западе, наработанные в разных странах, и поэтому он мог как-то подковерно вести переговоры. А сейчас, мне кажется, эта тема уже закрыта окончательно. Тобто, по-вашому, санкції взагалі не є якимось дієвим інструментом і ніякого ефекту від них не буде? Чи як це розуміти? Ой, це є інструменти, але це ж гра в довгу. Ви ж поймите, любые санкції, во-первых, вони, звісно, обходяться каким-то образом. Но в будь-якому випадку це становиться більш затратно, да, там, удорожання логістики. Падають об'єми. Наприклад, вот, санкції, які ввела Литва, по поводу транспортировки удобрений и, соответственно, закрыла Клайпецкий порт. Это же достаточно серьезный удар по белорусской экономике. И это невозможно решить прям вот за счет других стран. Просто по одной простой причине, что нет логистики, она не сделана. Потому что все работало ровно в ту сторону. Но если мы будем говорить как есть, да, не как бы нам хотелось, то санкции – это переформатирование рынка, скажем так, мирового. И даже ударив по экономике страны, это все равно не та история, которая приведет к каким-то голодным бунтам. И она может сбросить страну в какой-то более нижний, да, низкий технологический уклад. Это может быть. Но когда уровень жизни падает медленно, а не прям вот обваливается, да, то тогда и люди привыкают к этому. Здесь вариант эмбарго, полного эмбарго, полного закрытия границ. Вот что может сработать. А
Какое оно такое лайтовое очень, знаете, не сильно страшно так, такого рода диктаторам. А чи є якась вірогідність, що буде таке повне ембарго і повне закриття кордонів? У мене нет таблички на домі Брюссель, Вашингтон, то есть я в Києві. Не ко мне вопрос. Добре, ви от кажете, що попри ізоляцію Лукашенко намагається все одно імітувати якусь міжнародну активність, що він хоче показати щось своїми поїздками в Китай, в Іран. Як думаєте, його домовленості там, вони стосуються більше Білорусі чи швидше все-таки війни проти України, на вашу думку? Та ні, це чисто білоруська тематика, тому що війна в Україні... И то, чем грозит Лукашенко дальнейший проигрыш России, который, мы же понимаем, да, в какой-то момент случится. И, соответственно, ему нужно, кроме России, еще дружить с такими же, как он, странами, да, что, то, что он сегодня сделал из Беларуси. Вот, поэтому он едет решать свои вопросы. У него, в принципе, все понятно. В том смысле, что самая основная его боль, их две на самом деле. Первое, это, естественно, поддержать экономику для того, чтобы вовремя платились пенсии, зарплаты его силовикам и штыкам, на которых держится его власть, да, рабочим. То есть, ну, вот, чтобы вот этот океан стабильности не заштормило вдруг. Это первая его боль, а все равно санкции работают, все бизнес уезжает, поэтому на благополучие по-любому это будет отражаться гражданам, тут никуда не деться, я же говорю, просто медленно. И вторая его боль – это страх, дикий страх, что все-таки вот эти вот, это опять же тот же проект «Хатынь», да, когда злые бандеровцы, белополяки, кто там у нас еще, латышские стрелки, да, кто там, по его мнению, возжигал белорусов во время Второй мировой, вот они придут и заберут у него его ЗАО «Беларусь», которая принадлежит его семье. Он действительно боится, и я прекрасно понимаю, полк Калиновского наш здесь в Украине, его страшный сон. И что бы он ни говорил, когда он заявляет, да боже мой, там каких-то 100 человек. Нет, господа, и вопрос даже не в количестве людей. Вопрос в том, что есть сегодня сила, и я абсолютно уверена, что она будет со временем еще больше, которая может на его силу ответить силой. То есть он же загнал белорусов своими репрессиями и всем под плинтус. То есть сегодня Беларусь живет реально в концлагере. То есть там практически Северная Корея, ну, только не Северная Корея в том смысле, где люди едят траву, а в том смысле, где люди ничего не могут говорить, делать, они лайки ставят, их за это арестовывают. Поэтому вот все его силовые структуры, они бегают и ловят каждый день, там отлавливают очередных 15, 20, иногда 50 человек, да, для того, чтобы держать белорусов в страхе. А тут вот прямо у него на юге формируются силы белорусов, которые имеют боевой опыт, которые не боятся умирать за свою свободу. То, чего нам не хватило в 2020 году, у нас не было 300 спартанцев. А сейчас у нас будут эти 300 спартанцев. Тобто, ну, оминаючи полк Калиновського, хотілося спитати, чи в самій Білорусі все-таки є якісь ще сили, здатні протидіяти режиму? Я маю на увазі партизанський якийсь рух. Наскільки він активний? У нас дуже мало часу, якщо можна коротко. Смотрите, они есть, и самое лучшее, что они сегодня могут сделать, это пока не высовываться, а быть нашими глазами и ушами там внутри этого концлагеря. Все. Нужно, они придут. Дякую, будемо сподіватися. Це була Тетяна Мартинова, політична блогерка з Білорусі. Дякую.